Мы в эфире. Не будем долго. Ты что-то хотела сказать, дорогая? Нет, я смотрю на часы, осталось прям минуточка. А, ну ничего страшного, мы вот сейчас прям начинаем чуть-чуть раскочегариваться. Всем добрый вечер, доброе утро. Да, а что, поддайте, а что поддайте в топку дрова. Поддайте, дрова? Поддайте. А ты про что? Ты о чем? Или уголек, вообще? Ну чтобы раскочегариться. Ну тогда доброе утро, добрый день и добрый вечер, уважаемые дамы и немногочисленные господа. Вы на канале Модная Пышка, магазины женской одежды больших размеров, номер один в России. Большой ассортимент, великолепный сервис и индивидуальный подход к каждой клиентке. Широкая размерная сетка с 54 по 72 размер. Люся, помоги мне. Крэп-шифон. Давай. Крэп-шифон. Отправляем заказы по всей стране транспортной компании СДЭК или Почты России. Высылаем электронный чек. Люся, есть возврат. Да. Мы есть во всех популярных соцсетях. Подписывайтесь. Всем подписчицам 5% скидка, Люся. День рождения 20%. Ну и 10%, если ваше день рождения на неделе. Неделе, да. Ой, ну всем чего? Привет! Здравствуйте, Вова оттарабанил, раскочегарился. Да. Теперь нам надо раскочегариться. У нас сегодня холодно. Как это? У нас даже в зале, в торговом зале холодно. Смотрите, мы приоделись в джинсовочки. Ой, мы какой сейчас у тебя начнем с джинсовочек. Да, у нас джинсовый рай сейчас пойдет. Да вот мы что? С Надей стоим. Начнем сразу с Нади, да? Ну давай. Вова, ты нас представил? А, господи, пардон, мискузи, простите, мы французские. Чентразе. С нами Чизе, Люся. Культовая ведущая Люся Даймонд и невероятная Надя Кляйн. Аплодисменты! И Вова Люкс! Да, и Вова Люкс, да. Прямой эфир, показываем одежду. Да, Надя, сейчас начнем с джинсовочек. Давай, похолодало. Люсенька. Да. Джинсы. Джинсы и джинсовки. Джинсовый рай. На Наде вот такая джинсовка. Натуральная джинсовочка, хэбэшка. Классика, да. Но не совсем классика. Рукавчик все-таки не классический. Ну, да. Ну и плюс она сделана в духе Calvin Klein. Да. Понимаешь, тут как бы да, все рукав, есть. Посмотри, да, рукав у нас, пожалуйста, есть паты, цвет, голубой цвет, ой, выворка, цвет. Да, джинсовочка. С 54 по 62 размер. Цена да. 4800. Покружись, покуражься для нас, Надя. Раз, два, три. Раз, два, три. Какая хорошая джинсовочка, Люся. Просто длина, манифик. Да. И карманы, все. Отстрочки. Ой, внутренние дизайн, карманы. Дизайн. Самое супер. Главное, нам понравилось. Еще Надюшке понравилось. Уже себе такую куртяшку отхватила. Вот так да. Вот, девочки. Поэтому рубрика «Покупаем, поторапливаемся». Уже все разбирают потихонечку. Отхватила, ой, да. 4800. Надь, а карманы здесь рабочие? Да. Здесь? Рабочие. И боковые, да. Великолепно. С 54 по 62 размер. 4800. Под этой джинсовочкой у нас новые. Наша морская тематика, футболочки. Да, на яхте долго каталась. Да, супер. Я сейчас покажу вам другие есть. Здесь у Нади принт, у нас ну, все равно мишка. Это все новинки, девочки, да, новинки. Черно-белая расцветка. По низу у нас футболочка, здесь манжетка. Да. Тянется, эластан шикарный. Оверсайз до 60 размера, 3200. И вот такие еще у нас новиночки. Так, да, Люся. Черно-бежевый ежик. Супер. Розовая, розово-голубая, серая сова. Это... Вообще расцветка просто принт. Изумительная вот эта расцветка сова. Сова до 62 размера идет 100% модель с совой. Еще вот такой у нас кролик есть. Черно-белая модель, вот такая еще на у нас кролик. На любой вкус и цвет, Люся. Да, по 3200 футболки до 62 размера. Тянется великолепно, эластан. И здесь еще посмотрите, рукавчик как обработан. Ага, поближе, details. Поближе. Давайте видно, посмотрим. Видно, видно, Люсенька, видно, моя хорошая. Видно. Да, смотри, не просто так. Да, не просто так. Да, вот эти футболки, вот расцветка, под любые джинсовки они идут полосатик. Вообще бесподобно смотрится. Вот, кстати, Надя вот уже джинсовочку приодел. Я даже не успела. У нас первое приветствие, Люся. Да. Александр пишет здрасте. Здравствуйте, Александр. Ой, какой цвет, Люся. Это балерушка, да, розовая. Ой, балерушка, какая спинка, красота. Надя. Это уже более короткая джинсовочка, она в двух размерах, 56-58, 60-62, кокончик, обработка у нас махра, длинный рукав, это классическая джинса, она покороче, я уже сказала, это балерушка, она у нас двух расцветок, вот такая розовая, не, в трех,
белая, розовая и цвет мята. Даже четырех, Люся. Нет, четырех нет, или три, пяти? Три. Три расцветки, девочки. Это значит, другая, это такая она. Фуксия. Это фуксия, Люся, или что это? Нет, это розовый цвет. Это розовый цвет, девочки. До фуксии не дотягивает. Ага. Не дотягивает. 9800. Ну, как-то мы мало прям показали. Что-то так быстро все произошло. Да, я даже не успела понять, что происходит, да, в целом. Я ее потом девочки. Покажу. Я расскажу про мой кардиганчик. Вот еще цвет мята. Да, мята. Вот так. Красивый цвет мята. Смотрите. Мята у нас размер 56-58 в одном размере. Угу. Посмотрите, сколько здесь деталей, карманы. Спинку, Надь, поближе подойди, чтобы Вова показала. Ну, вот так вот так, нормально, спиночку. Надь, да, так вот великолепно. Спинку. Так, что за кофта на Люсе? Сейчас Люся все расскажет. Сейчас мы все расскажем. Все пока мы по джинсовочке. Я еще не успела, да, Надя уже успевает переодеваться туда-сюда. Сейчас идет джинсовка. Качество вот в этих джинсовок 9800, но качество просто вау. Да. Это катончик. Посмотрите, сколько деталей. Отделка. Длина, то есть на платье сверху набросили, на сарафан, на платье, на удлиненную футболку, смотрится просто великолепно. Спинка и спинка, выработка спинки, какой принт. Да, расцветки. Очень даже все, Надя, великолепно. Данки, выходим, 9800. Еще раз повторю, девочки. Мята 56-58. Розовый два размера 56-58 и 60-62. 9800. Сейчас подожди, да, белые. Так, Люся, начнем чего? Начнем с кардиганчика. Раз, два, три. Боже, какой перформанс. Спинка, Люся. Вов, спинку. Смотрим. Девочки, тут булавки, кстати, вы все видите. Огромные, там, что, да. Посмотрите, тут да, такие защипы булавками. Прикол. Здесь самый прикол, это булавки. Да, булавки много, здесь, Люся. Спина идет по диагонали у левее, нас. Левее, Люсенька, левее, вообще, моя хорошая. По диагонали булавки. Вот это рванина. Это рванина, здесь тоже, посмотрите, здесь как бы разрезы и закрыты все булавки. Смотрите, слой булавок. А ты чуть-чуть поближе. Чё вы, что такое? Что такое? Что за пренебрежение? Ну-ка в блок, моя хорошая. Раз, улетела. Будет она мне здесь тыкать. Размер, единый, 56-58. Кардиган остался один. Девочки, 9800. Великолепная 9800. Штука. Есть боковые карманы. Угу. Без застежки. Карман, хотел сказать. Так, кардиган, Люся. Без застежки. Без застежки кардиган. Окей. Изумительный вообще. Тканюшка, вот эта рванина, длина, то есть это просто шик, да? Он ну, один это прям остался. Центр вы внимания, только подумайте. Люся, один, центр внимания, да, конечно. Бесподобный. Одели красивые ботинки, кроссовки, роскошные широченные джинсы. Ой, ничего и вперед. Не 9800. Так, кто-то сейчас... Да, был вопрос, что за кофточка на Люсе? Ну-ка, Люся, рассказывай, давай блузон. Нам все показывай. Блузончик, так. Окей. Леопард. Ой, рыжий. Хорошо. Рыжий таракот леопард. Рукав, вот длина, полная длина рукава. Здесь резинка, манжет. Ткань, это здесь вискоза, но вискоза такая, знаете, просто она по телу плывет. Ой, как хорошо. Роскошная ткань, такая холодящаяся, холодок. Снизу у нас также кулиска, угу. Можно подвязать по фигуре. Размер у нас остался 58 и 62. Цена такой блузки 6400 или 6800? 4. Нет, 6. 7400. Так, и в итоге вообще мы как поняли, что происходит? 7400. Крэп-шифон. Да. Так. Так, у нас здесь застежка пуговки. Так. Спрятаны пуговки у нас под планочку. Угу. 7400. Это нарядка из нарядки. А подойди чуть поближе к нам, Люся, мы рассмотрим того леопардика. Смотрите, девочка, какая красота. Какие цвета. О май гад, невероятно. Данки, Люси, данки. Это прям тренд, да, этого тренд, года. Да. Леопард, леопард это и таракот. Да.
Так, ну Надя у нас следующие джинсовки. Так, джинсовочки. Ой, как хорошо. Какой цвет. Яркий, насыщенный желтый цвет с черными брюками, с черно-белой полоской. Джинсовка идет с 54 по 62 размер. Цена 4800. 4800 джинсовка. Рукав длинный, ну, у нас смотрим, полная длина. Да, высматриваем, да. Линия, да, плеча супер. У нас, кстати, у нас спущена, да? Да. Здесь сзади у нас на спинке рванина, царапки, рванина, паты, а карман. Карман, кстати, рабочий. Рабочие. Рабочий. Желтый цвет. С 54 по 62 4800. Великолепно. Еще и very affordable. Так, ну что, девочки, пришло время лайков. It's like time. Пожалуйста, кому это. Не жалко, нажмите, пожалуйста, кнопочку. Да, поставьте, пожалуйста, лайк. Они нам ведущим. Просто необходимы. Просто необходимы. А как поставить лайк? Вам нужно на дисплее найти три точки. Нажать на эти три точки, откроется менюшка, и там будет палец вверх. Пожалуйста, сделайте это для нас. Прям очень вас прошу. Люсенька, ну ты что там вся разгулялась, заходила? Вот давай, такая говори. Балерушка. Это вот что, балерушки мят цвет, мята, розовый и белый. Вот, так вот, такой белый, посмотри, роскошно, чисто-чисто белый цвет. Да, ХБшка мягкая-мягкая, вот посмотрите, не дубильная, не плотная. То есть на лето самое оно, представляете, на платье, на цветастое платье, Люся, роскошное, красота. С большими цветами, вот такую белую балерушечку. Сколько стоит твоя джинсовочка, Люсенька? 9800. 9800 джинсовка стоит, а какие? 9600? Девочки, мы что сегодня какие-то не в тонусе вообще? Нет, мне сказали 9700, мои 9800. Хорошие. Просыпаемся. 9600. 9600. Вот это 9600 стоит. Белая. Все. Белая. Розовая. И мятная. Правильно? Белая. Белая. Да, розовая. Розовая джинсовка. И мятная. И мятная 9600, джинсовка. Да, джинсовочки. 9600. 9600. Модель, вот видите, у меня рост 1,64 м. Да, кружись, куражься. Я бы не сказала, что она такая прям более такая короткая, но она покороче, чем другие цветные джинсовки. Угу. 9600. Мягко-мягко, вот, прям видно. Катон мягкий. 9600. Ну, еще джинсовочка. Одна расцветка. Голубая, яркая такая, насыщенная. Тоже голубая расцветка. Люся. Да, черный принт такой под кожу, да? Глаза прям разбегаются. Да, с 56 по 64 размер. Угу. Тут уже все, по-моему, я все сказала. Сам цвет. Так. Длинно. Кармашки рабочие, один рабочий кармашек. Здесь имитация кармашка. Здесь так. Накладные карманы, они рабочие. Вы что-то, а здесь что-то другая как-то модель. Разошлись, девочки, в разные стороны. Никого в экране нет. Вы как-то не уходите далеко. Нет, модельки супер. Разные. То, что вот желтая была и голубая. Вот эта голубая, они модели немного разные. Угу. Но отличается только, знаете, деталями, карманами. Details, Люся, то details. Есть, да, желтая джинсовка у нас без принта, без наката. А на голубом просто есть накат. Вот, вот такие вот размеры. Джинсовочки. Обе джинсовочки, да. 4800. Так, девочки, если вопросы какие-то есть, пишите в чате. Хлопок, на везде хлопок, никакой синтетики. Все расскажем. Хлопок. Ну и не забывайте подписываться, конечно, так, на наш канал. Так, ну и что у нас дальше? Да, что у нас дальше, Люсь? А что у нас дальше? А что у нас дальше, Люсь? Вот ты мне скажи, да про всю сейчас, правду сейчас, подожди, доложи. Вова, mm-hmm. Не все сразу. Ты подготовил анекдот. Я анекдот подготовил. Ты подготовил загадки. У нас серьезный сегодня стрим. Какая загадка? Да? Ты что, Люсь, да. Сейчас. Загадки будут потом на видео. Да. Ну, конечно. Вот такой комплект. Кто-то спрашивал, есть ли у вас сарафаны. Так, вот, девочки. Пожалуйста, это комплект. Сарафан. Mm-hmm. Это вискоза. Цвет тоже, кстати, мятный. Приятный, да. Да. Вот такая футболочка. Мы подобрали, создали комплект. Это все можно купить отдельно. Футболки до 64 размера, 2000 стоит. И сарафан у нас до 60, тоже до 64 размера, 5200. 5200 сарафанчик. 5200. Вот посмотрите, можно поближе ткань показать.
Ну, о, такой видно? Не стыдный сарафанчик, современный роскошный, дизайн. Роскошный, роскошный сарафан. Да. Посмотри на спинки, как ты красиво сделано. Ты слишком сделан. Близко подошла, Люся. То близко, то подальше. А вот что делать? На две камеры снимаем, здесь кнопочки, хорошая. Здесь накладной карман. Вообще, роскошный сарафан. Роскошно, 5200 до 64 размера. Футболку можно подобрать любую. Мы подобрали просто в тон к сарафану. Эти футболочки у нас в белом цвете стоят 2000. 2000 рублей. 2000. Футболки до 66 размера. Так. Так. Еще одна джинсовочка. Это уже цветовка. Она, я так поняла, что она у нас не белая, она сливочного цвета. Ты думаешь? Да, сливочного цвета. Она до 64 размера, с 56. Это уже классическая, просто классическая джинсовка. Да, ничего классик. Лишнего. Полная классика. Стоит джинсовка у нас 7200. 7200. С 56 по 64 размера. Карманы зашиты. Они зашиты. Ну, как приличные фирмы выпускают, производитель, карманчики у всех здесь зашиты. Здесь имитация карманчиков. Опять же, с полосатиком мы показываем. Снимаем мы сегодня в Орехово-Зуево, да. Люся. Модная пышка Орехово-Зуево. Пожалуйста, девчонки, у нас вот здесь телефончик здесь есть даже. Надеюсь, вот так поближе, да, 915-243-7417. Можете позвонить либо написать в WhatsApp. Люся, не забываем про мошенников. Да, давай, давай про мошенников, девочки, про мошенников. Ни в коем случае не надо писать ваши вопросы под постами и под видео. Если вы хотите задать вопрос по поводу какой-то вещи, пишите нам на официальные WhatsApp-телефоны. Ну, либо звоните. Все телефоны, все адреса мы всегда оставляем под постами, под видео и под трансляциями в описании. Ни в коем случае не переводите никому деньги, пока вы точно не будете уверены, что общаетесь со специалистом-менеджером из модной пышки. Люся, я все сказала или не все? Ты на меня сказал. Так смотришь, да, вот прям, это, я вот не это знаю. Слово менеджер, да, уже многие присылают нам фото и спрашивают, это ваш менеджер, потому что уже настойчиво продают ваш товар через соцсети. Пытаются продать. Да, и прям сразу конкретно говорят, на ваш есть, ваш размер, все есть, присылайте деньги, все вам будет. В общем, девчонки. Никогда не ведитесь вот на это. Никто просто вам не скажет, переводите деньги, пока вы сами не согласитесь. Не сделайте свой выбор, что вы согласны, после того, как девчонки вам отправят по видео видеообзор всех мерок. То, что вам нужно. Только после этого. И на наши телефоны. Мы указываем везде наши телефоны. Других телефонов не может быть. Да, девчонки, вы можете писать на телефон магазина, можете писать на телефон лично мне, на WhatsApp 8-925-855-55-34. Я смотрю, Надя уже готова. Она опять уже идет в голубой джинсовочке. Девочки, опять же классическая attention. Джинсовка 7200 с 56 по 64 размер. Ну и все ХБ. Никакой синтетики, никаких добавок. Ничего. Хлопок и небольшое количество эластана. Угу. 7200. Вот это две у нас джинсовки идут. Это сливочный цвет. Индиго такой. И такой, ну он такой сероватый цвет, не чисто конкретно голубой. Вот голубой мы перед этим показывали, такой яркий, насыщенный. А этот все-таки голубовато-спокойный цвет, голубовато-серый. 7200. Данкешен! Так, теперь сейчас я вам покажу комплекты, сейчас буду показывать. Да, Люсь, давай смотреть, рассматривать. Я просто создала вот такие комплекты, брючки. Сделала, да, стилизовала. Все, и вот такая рубашка. Да. Рубашку у нас Надя уже примеряла, она уже есть фотки. Мы, кстати, не стали их уже как бы примерять и одевать. Надя. У нас конкретные брючки идут. Брючки с 50... Нам пришли гости, девчонки, с 56 по 64 размер. Вот такие красивые белые брюки, да, с принтом, с черными, Люся, огромными цветами. Да? Талия у нас резинка, есть у нас карманчики и вот такая роскошная рубашка. Роскошная. Ой, Люся, рубашка. Какая интересная, да, геометрия, со спущенным абстракция. Рукавом, да. Ты только посмотри. Вот такой комплект. Брюки у нас с 56 по 64. Цена брюк, сейчас я вам озвучу, 5700.
И вот такая роскошная рубашечка. Здесь хлопок и вискоза по 50%. И принт такой. Вы не представляете, как эта роскошная рубашка смотрится. Вот такие паутинчатые круги, геометрически разные фигуры. Рубашка у нас единый размер, оверсайз, до 60 размера, 4400. Вот такой комплект у нас получается. Великолепно, Люсенька, великолепно. Показать ближе принт? Ну, давайте, да, высматриваем, девчонки, смотрим. Да, линия плеча здесь спущена, да, такая небольшая летучка. Все, Люси, данки. Да. Угу. Длина рубашки не до, наверное, до начала бедра, до линии бедра, не длинная рубашечка. У меня рост 1,64 м. Вот, наверное, лучше показать сбоку, видно, да, рубашка, длина рубашки, если будет. Ну, вот, наверное, по плечу, да, как-то что-то... Какая-то ясность по плечу, постепенно вот вносится, да. То есть, кто не любит длинные рубашки, будет самое оно конкретно. Еще к этим же брюкам можно подобрать любую другую. Вот такие есть льняные рубашки, те же самые брюки. Вот посмотрите, как красиво получается вот такая льняная рубашка. Что тоже там за принт такой интересный, Люси, дай поближе разглядеть. Там прям вообще... Видно? Да, художники разгулялись. Смотрим, смотрим, девочки. То есть рубашку также можно использовать как жакет. Ой, там и часы. Это позволяет. Ой, пуговки расстегнули. Угу, под футболочку. Вот такой у нас короткий рукавчик. Здесь вставлена резиночка, все тянется. Рубашки у нас оверсайзные, до 60 размера. 5400 вот одна такая рубашка стоит. Good. И вот другой есть принт рубашечки. Немного под другая. Видите, как красиво здесь. И уже салатовый такой принт. Полосочка такая. Карманы. Висюлечка. То есть две рубашки у нас в наличии. Оверсайзные до 60 размера. Цена 5600 и 5400 рубашек. Девчонки, я напоминаю, что у нас три магазина. Люся, модная пышка, город Орехово-Зуево. Вот мы сейчас находимся, город Жуковский, город Коломна. Также есть интернет-магазин, который тоже называется сайт. Модная пышка, да, сайт mpxxl.ru. Доставка по всей России, Люся, почта СДЭК. Почта России не СДЭК. Обязательно СДЭК. По России, из-за границы. Из-за границы тоже, девочки. И Белоруссию мы хотите. Отправляем, и в Казахстан мы отправляли, и в Германию, кстати, у нас тоже посылочки были. Ой, какая же ты молодец. Так, значит... А потому что нет у них такого товарчика. Европейский стиль, но в Германии любят наш стиль. Да, эксклюзивчик. И производители именно пышки. Говорят, чтобы Россия была. Заказы принимаем по WhatsApp, девчонки. Будьте внимательны, всегда смотрите наши... телефоны под постами, под видео и под трансляциями. В описании все будет. Продолжаем. Чинтразы, чизе, вот. Люсенька, еще чизе. Одна джинсовочка. Подожди, вопрос, Люся. Привет, девочки, вы красавицы. Комплект волшебство. Интересуюсь. Черные брюки с бежевым лампасом 62 размер. Продали? Проданы. Проданы сразу, да, ушли. Наталья. Поэтому сразу говорю, моментально пишите, что понравилось. Особенно если в единичном экземпляре, да. Моментально уходят. Да, проданы. Девчонки, надо торопиться покупать, потому что все очень быстро разлетается. Да. Вот такие дела. Работаем. Вот еще одна яркая джинсовка. Это хит, да, наших продаж. Да. Джинсовку, кстати, мы сегодня получили до 70 размера. Угу. Сколько она стоит у нас? 7? 7. Сейчас скажу. Так, интрига, интрига. 7900. До 70-го мы урвали этот размер просто, да, зубами смогли. Урвали. Люся, и сегодня мы получили, да, до 70-го 7900. Сейчас мы получили еще одну линеечку с 56-го по 70-й. И уже все, нам сказал производитель, все, девочки, ребят, закончилось. Бесподобно смотрится под любой тип футболок. Смотрите, под эту футболку вот с этим принтом идет идеально. Футболка у нас есть в черном и в белом. Это премиум, цвете. Дамочки, белый, да, цвет у нас вон под рубашкой, Надя, висит. Да, там не видно. Футболки у нас стоит сколько у нас? 6400 или 5400? Сейчас, минуточку. Ну, руки холодные. Вы там аккуратнее как-то, девочки. 6200. Да,
Это все премиум-класс. Футболки, да, жакеты, брюки, которые вот джинсовка, вот рубашки, у нас все стильно. Это все премиум-класс. Это все у нас на повторах, на диких повторах, повторюсь, что футболки, что вот эти джинсовки, вот эти яркие радужные джинсовки. Последняя линейка у нас 4 штуки осталось. 56, 58, 60, 62, 64, 66 и 68, 70. Услышьте, 68, 70. Нигде 70. Вы не купите, не найдете вот такой премиум-класса джинсовку и такого размера. Это все катон, хлопок. Великолепно, Люся. Все. Вопрос, есть ли какие-нибудь брюки? Внезапно. Девчонки, у нас очень много брюк. Ой, вы можете посмотреть, вы знаете, на сайте. Брюк, это, я даже не знаю, Надь. Ты можешь вот к этим очень джинсовкам много показать, вот этот зеленый, который мы сегодня получили? Заходите на наш сайт «Модная пышка» и зеленый, смотрите, фиолетовый, там все представлено. Зеленый, фиолетовый, хаки, карго-брюки, несколько расцветок, бесподобные. Надя, карго, ну раз попросили брюки, давай сразу брюки покажем. Ну давайте, правда, что плужок тянуть, сейчас покажем брючки. Сейчас Надежда все покажет. Все покажем, все расскажем. Все покажем и расскажем. Смотрите, вот они расцветки. Вот эти брючки, вот зеленые, это все одна и та же фирма, тонкий хлопок. Посмотрите с этим жакетом, как смотрится. Да я смотрю, почему-то жакет не это... С джинсовкой. Да. С джинсовкой. Вот эти брюки с 56 по 66, 6800. Так, вот брючки, такие брючки. Салатовые с 56 по 64 размер. Все подходит под эту джинсовку. Посмотрите, вот они расцветки, как это классно все смотрится. Салатовые 5200 брюки. Люсенька, на серединку, моя хорошая. Это все хлопок. Морячок спрашивает, тонкий. Клёш? Нет, у тебя есть клёш, Люсь? Лёг-клёш. У нас от бедра широкие чуть брюки. Клёш есть, у нас остались маленькие размеры, они проданы. В этом году у нас брюки клёш есть. Есть, есть, есть. Так. Вот в общем, карго. Все есть, заходите на сайт. Карго, посмотрите, беж и хаки. Брюки до 66 размера, 6800. Не стыдно за эти брюки. Хороши, я хороши. Знаю, что они просто класс. Великолепно. Очередь стояла. Мы сначала продали черные хаки. Хаки, я не знаю, по третьему, по четвертому, наверное, разу. Вышли бежевые. И люди у нас покупали все расцветки. Я могу... Я горжусь этими брюками. 6800. Люся, ткань, ты лучшая. Посадка. Сколько здесь деталей. Вот девчонки придумали, производитель создал просто роскошные брюки. 6800. Где вас найти, Галина спрашивает. Спросим, у нас да. Три магазина. Модная пышка в городе Орехово-Зуево, в городе Жуковский, в городе Коломна. Мы есть во всех соцсетях. У нас также есть интернет-магазин, который называется «Модная пышка». То есть вы можете зайти либо на сайт посмотреть. Там представлена вся наша продукция. Люсь, правильно я говорю? Да, да, да. Вот. Ты все говоришь отлично. Либо вы можете приехать в один из наших магазинов. Заказ делайте строго по WhatsApp. Все телефоны и адреса всегда под нашими постами, под видео и под трансляциями в описании. Да, «Модная пышка». Да, и скажи, чтобы не писали под нашими. Не пишите, да, под постами, пишите строго на WhatsApp. Люсь, покажи, вот сейчас мы, например, находимся в городе Орехово-Зуево, «Модная пышка». Здесь вот такой телефон, вот у нас телефончик. Телефон магазина, да. Орехово-Зуево. 915-243-7417. Никакого девчонки. Другого телефона не может быть. В Орехово-Зуево, да, не в Орехово-Зуево, может быть, да. Все, девчонки, пишите на WhatsApp для заказа. В Жуковском и в Коломне, естественно, другие телефоны. Ну как, мы доедем, будем снимать, покажем. А так в описании все, в описании все вы номера же выкладываете есть, все телефоны, девчонки. Да, продолжаем, Люся. Посмотрите, вот эта джинсовка и вот такие брюки. Посмотрите, хорошо. Вот под этот цвет, под этот принт джинсовки идут все, без исключения, брюки. Эти брюки у нас 56 по 64, 5400. Брюк огромное количество, и широкий, и от бедра, и зауженные, фукси, и нарядка есть, и фиолетовые, и красные, и зеленые, и белые, и песочные, и беж. А черных вообще громот, и спортшик. И классика. Классика по 2800. Простые классические брюки по 2800. С 56 по 66 размер. В общем, размер. Есть все, Люся. И спортивные брюки, и спортшик, джинсы.
Раз, два, три, четыре, шесть вешалов. Джинсы вообще огромное количество, с 54 по 70 размер. Есть джинсы до 72 и 76 размер. То есть и до 70-го, 72-го огромное количество есть. И футболок, и блузок. То есть выбор всегда есть. Пишите, звоните, девчонки вам все подберут. Люся, выпрашиваем лайки. Девчонки, да, пожалуйста, ставьте лайки. Поставьте ваши лайки, нажмите заветную кнопочку. Для того, чтобы поставить лайк, надо не сердечко отослать, а нужно нажать на три кнопочки, три точечки кнопочки, господи, сам уже не знает, что говорит. Жмем на три точечки, вылезает менюшка, там мы жмем на палец вверх, и мы как бы получаем свой лайк. Пожалуйста, для вас это секунда времени, а для нас невероятная помощь в продвижении контента. Люсь, ты чего к там спиной? Люсенька, я жакет меряю. Сейчас, подожди, пока. Что Надь, ты там себе войди, измерилась? Пожалуйста. Олег. Что случилось? Ну, чего на такое? На кого это жакет? Так, брюки, спортшик, размер, покажите. Люся. Совершенно. Нам нужен брюки, спортшик. Спортшик сейчас нужны? Ну, просят, не знаю, можно через час. Ты смотри, сама думай, гадай. Покажи спортшик, сейчас, Надя. Покажем. Давай сначала жакет покажем. Давай, Лисенька, давай. Вот смотрите. Немножко левее. Но это дама. Мой жакет. Да. Это мой. Уже просто размеры нам перепутали. Я так думаю, что это мой жакет. Не те вообще артикулы жакетов. Как это? Вот жакет на Наде. Смотрите, какой роскошный цвет. Цвет табак называется. Ой, хорошо. До оверсайз до 60-62 размера в зависимости от типа фигуры, да? Подклад более светлый, угу. Двухбортный жакет. Эти жакеты мы продали и в черном цвете, цвет камень есть, бежевый цвет. Сейчас мы все покажем. Но вот это роскошный цвет. Когда я увидела цвет, я его просто обалдела. Приятный такой, богатый, тонный, да, нравится. По тип кожи, да. Под светлый, под темный. Эта расцветка идет бесподобно. Жакет стоит 7000. С подворотом, с папиного плеча, спущенное плечо. Бесподобно. Да, кстати, под этот жакет, Надя, посмотрите, какой топ роскошный у нас идет, вискозы. Ну, как блузка даже. Даже как блузка, да, нарядка. Вот здесь красивый у нас идет украшение, стразики. А сколько у нас стоит? По-моему, 3200. 3400 до 70 размера. Вот этот топ блузка идет. Да, девчонки, кто спрашивал, но пожалуйста. Но жакет вообще бесподобный. Вот эта расцветка табака вообще вау. Да, приятная, приятная. Ну вот этот черный жакет, я его, кстати, не буду показывать, потому что это мой размер, 46-й. Да, почему ты не будешь показывать? А потому что 46-й, зачем его показывать? Он у нас есть точно такой же жакет, черный, то подворот идет полоска, то есть не однотон, а вот здесь полоска идет. Изнутри подклад, полоска. Вот точно такой же, только черный цвет. Вот этот цвет камень жакета. Видите, интересный подклада цвет. Полоска идет. Видим, Люсь. Тоже видим. Красивая расцветка. Также двухбортный жакет с папиного плеча. Роскошный. 7000 стоит. До 60 размера. Повторюсь, в 62 тоже это нужны ваши мерочки. Тоже зависит от типа фигуры. Верхний тип фигуры 62 подойдет бесподобно. А потом не обязательно жакет застегивать. У кого широкие бедра, можно и 62 размер. Да. Надя меня сдвинула. Так, девочки, не ссоримся, вот и не подеретесь, рубрика. Так, ну давай еще бежевый, Надюш, покажи. Сейчас еще бежевая расцветка будет. Я так... Пока Надя у нас примеряет, можно я еще в сторону отойду, еще что-нибудь? А, все. И еще вот такая расцветочка у нас более светлая. Она такая бежево-розовая. Я даже не сказала, что она бежевая, да, Надь? Да, какая-то розоватая вообще. Еле уловимые оттенки рубрика. Да, посмотрите. Вот такие жакеты роскошные, расцветки. Бежево-розовый, табак, камень, расцветка камень и черная. Вообще супер. Особенно ракета с подворотами. Петарда, длина жакета, ткань, нарядка. У нас даже есть такие брюки. Вот именно точно такая же ткань. Классические черные брюки. То есть получится нарядный комплект. И брюки, по-моему, недорогие. 4600 или 4800 стоят. Да. Так что вот. Угу. Пока. Я сейчас можно в сторону? Да, конечно, Люсь, сходи погуляй.
Нет, гулять я не буду. Девочки, я напоминаю, что у нас три магазина Орехово-Зуево в Коломне и в городе Жуковский. Есть интернет-магазин, называется «Модная пышка». Ни в коем случае не перепутайте. Адрес mpxxl.ru. Доставка по всей России и за рубеж. СДЭК или почта. Так, что-то я еще хотел сказать. Есть возврат, Люся, есть возврат. В отличие от некоторых, да. То есть все красиво, все по закону, все да, как мы любим. Да, то есть не бойтесь, я понимаю, кто первый раз, это страшно, я могу понять каждого. Я сама боюсь, когда заказываю неизвестно у кого, но у нас прозрачность. Мы везде есть, у нас есть наши живые магазины, мы не просто так торгуем по интернету. У нас есть свои магазины, вы можете нас всегда видеть в наших магазинах. Так, Люся. Так что вот, кто спрашивал брюки, последний размер брюк, последний, мама роскошные гангстер, брюки, так, супер. Широкие брюки, черные, это Леон. Ой, как хорошо. Такой плотненький брючки, вот такую полоску. Как радостно в душе. Разрезы есть, боковые разрезы на брючины есть. Талия у нас на резиночке, есть карманы. Брюки просто бесподобные, еще раз повторю, сидят просто изумительно. Посадка у брюк глубокая, брюки стоят 4800, остался один размер. Один, единственный, 62-й, кто спрашивал, с бежим лампасом, эти брюки не хуже. Великолепно. Роскошные брюки, посмотрите, как эти брюки смотрятся вот под такой белый жакетик. Как вот посмотрите, интересно. Вот я покажу. Люси идет на фэшн-риск. Вот покажу вам спинку, как это смотрится, и вот эти полоску, черные брюки. Кстати, вот этот жакет 60-62 и брюки 62 размер. Комплект будет бесподобный. Черную футболку сюда, под джинсовку, и просто будет изумительно. Забирайте. Такой роскошный комплект в пир и в мир. Так, Надя, ты у меня далеко ушла-то? А Надя сейчас в поиске. А, да, на брюки. Ну тогда я, Надя своим делом занимается. Да, мы с тобой, а Люся, пообщаемся. Ну, брюки давай. С отстрочкой. Вон у тебя целые вишала, спортшик идут. Шевела, вишала. Und das Abrewessen tut overwasenst. Ну и моя вообще любимая моя расцветка, кто за нами давно следит, уже давно, наверное, понял, да, что мой любимый цвет это черный. Люся любит и вообще black. Черно-белое это вообще мое. Чуть-чуть белого, но в основном черного. Ну, то есть, если есть леди in red, то Люся у нас леди in black. Да, black, вот так black. Вот, девочки. И сейчас я вам хочу презентовать роскошную, кто любит рубашки. Рубашек у нас, опять же, всех красок, так. Всех типов, всех разных катонов. Есть вискоза, есть хлопок, есть сочетание вискозы с полиэстером. Огромное количество рубашек, всех не покажешь. Нас, кстати, просили, мы показывали, у нас целый выпуск есть рубашек. Но сегодня я хочу вам презентовать вот такую роскошную рубашку. Так. Черную, мой любимый цвет. Тонкий-тонкий хлопок, спущенный рукав. Карманы, застежка, пуговицы, спинка. Посмотрите на спинке, какая идет складка. Длина рубашки до середины бедра. В двух размерах рубашка 56-58, 60-62. Цена рубашки 4800. Ткань нежнейшая, тонкая, дышащая, комфортная. Изумительная рубашка 4800. Великолепно, Люсенька, великолепно. И еще одна рубашка. Это вообще просто премиум класс. Так, это интересно. Это черный цвет. Так, товарищ, можно у нас там потише? Да, телефон? Мужчина, пожалуйста, вот вы там с видосики потише. Просто я смотрите. Уже скоро охрипну, чтобы мне кричать. Да. Интересно. Вот поближе хочу сразу, да, показать. Люся, стразики. Планка, стразики. Красота. Кармашки. Посмотрите, как все отделано, что, как красиво. Идут. Какие пуговицы блестящие. Все подобрано в тон. Фурнитура, пошив. Это все премиум класс. Ой, Люся. Здесь стразики у нас и на рукаве. Посмотрите, идет такой лампасик красивый. Ой, как хорошо. Полная длина рукава.
планочка у нас, пуговки. Скрыты пуговки под планочкой. Все красиво. Боковые разрезы. Длина рубашки до середины бедра. Сразу напомню, у меня рост 1,64 м. Спинка. Спинка кокетка. Складки какие красивые. Рукав. Рукав у нас 3/4. Везде, посмотрите, какие даже пуговицы какие, каменья, все подобраны. Люся, каменья. Бесподобные. Размеры черный рубашки бриллиант. С 56 по 66. Цена рубашки. Надя, я не пойму на цене. 6600. Качество рубашки просто изумительное. Роскошный. Роскошный хлопок. Luxury. Роскошный пошив. Роскошный Diamond. Цвет, черный, всегда, как роскошно. Всегда, он всегда классика, черный так, цвет. Так, Люсенька, вопрос, для середины бедра при каком росте, вот тут тоже 1,64 м у меня. 1,64 м, девочки. У меня 1,64 м, ну 1,64. Еще каблук, но пускай будет 1,68 м. Вот, смотрите. Мы, вот кстати, так вот мы, кстати, можем сейчас сказать длину этой рубашки в 56-м размере. Есть на сантиметр на Вы прям хотите заняться этим в прямом эфире? Ну, а что такого? У нас, у меня в руках 56-58. Я сейчас вам скажу, какая длина рубашки. Угу. Нет проблем. Так, мы выясняем это... длину рубашки. Так, сколько, скажи мне? Как интересно. 79. 79. Чем больше размер, 60-62, там уже длина рубашки будет прибавляться по 1-2 сантиметра. Но в 56-58 длина рубашки 79 сантиметров. Довольно, Надя, вам роскошные брючки пока. Все спортшик, брюки, давай. Брюки спортшик. Да. Специально да, для Да, вот людей. Такие брюки. Опять же, черные и коричневые. Вообще, сейчас тренд. В принципе, многим уже надоело черно-белые. Вот черный, бежевый, коричневый. Хочется вот чего-нибудь новенького, да, свеженького. Все спортшик. Угу. Здесь манжет сзади, вот такая резиночка. Брюки 5800 до 62 размера. Так. Все брюки, да, 62-64, вы мерки свои присылайте. Вот, посмотреть. Смотрите, тоже спортшик брюки. Люся, ты куда-то ушла, я тебя не вижу вообще. Сейчас, подожди. Вот здесь резин. Не резиночка, молния. Молния, снизу да. ножка, молния. Брючки также до 64 размера. Талия у нас круговая резинка. Карманы боковые. Сзади карманы имитация. Имеется гульфик. Ножка к низу заужена. Брючки с 56 по 64 размер 5600. Гульфик. Hello. Гульфик. Я про гульфик сказала. Hola. Ну все, заговорился. Добрый вечер. Я, наверное, хотел сказать это. Вов. Чего, Люс? Ну, заканчивай. Ну не переживай. Кулиска, ну, не кулиска. Кулиска, работаем. Ну чего ты? Подумаешь. В общем, спортшик, смотрите, огромное какое количество брюк. Есть, да, поплотнее, есть потоньше, как бы очень много. 4800, 3800. Сколько? 300, 3200 спортивный спортшик брюки. 3600, 3800. То есть до 6000. Огромное количество брюк. Все брюки трикотажные. Все. Так. Данкишен. Можно мне туда, направо, налево? Да, туда? Конечно. Пока Люся у нас ушла погулять из кадра. Девочки, пожалуйста, пишите Звоню свои вопросы. На нам все ответим, жакет? Все расскажем. Ой, кто первый раз, напишите, что вы первый раз. Я вам расскажу всю информацию, где у нас находятся магазины. Где у нас интернет-магазин, как называется? Называется он «Модная пышка». Что там? «Модная пышка». Красный кружок и белые буквы. «Модная пышка». mpxxl.ru. Не путайте, потому что мне многие присылают снимки, фотографии и просят такие брюки, спрашивают наличие, но фотографии не нашего магазина. Я всем отвечаю. Они говорят, как это не ваше, если название такое же? Я говорю, название совершенно другое. Просто «пышка». Мы модная пышка, не забывайте, красный кружок, наша модная эмблема, пышка, и белые девочки, буквы, модная пышка. Не забываем, работаем. Вот осталась одна рубашка,
Так. Вот такая жаточка, мелкая черно-белая клетка, отделка красной тесьмой, красные пуговки, Люсенька, извини, эмблема. Я тебя перебью. Вопрос. Вы в каком городе? А, Лариса, мы сейчас находимся в городе Орехово-Зуево. Люсь, покажи телефон магазина Орехово-Зуево. Опять? Покажи. Ну а чего ты, чего ты? Где пару, у меня ассистент? Пару движений. Где пару ассистент? Движений. Поближе, моя хорошая, моя нежная. А, сейчас мы в городе Орехово-Зуево. Вот телефон 915-243-7417. Также у нас есть магазин в городе Коломна, в городе Жуковский. Интернет-магазин, который называется «Модная пышка». И мы есть во всех соцсетях. Пожалуйста, добавляйтесь, смотрите, сайт, выбирайте. Сайт, не забывайте. Я говорю, сайт, модная да. пышка. Девочки, пожалуйста. Это вот, кто спрашивает, размер 68-70. Вот одна из рубашек 68-70. Вот, посмотрите, какая роскошная рубашка. Какое качество ткани, отделка. Здесь каждый шов обработан вот в тон, да? С красной тесьмой. Размер остался как раз 68-70. Рубрика «Покупаем, поторапливаемся». Да, 68-70. Цена этой рубашки 6800. Посмотрите, как подобраны пуговки. Черный, красный. Красные. Какие детали. Details. Карман. Отстрочка, черно-белая клетка. Отстрочка красной ниткой. Да, потом пуговок. Вообще, рубашка вообще бесподобная. Посмотрите, роскошная. 68-70. Such a nice fabric. 6800. Как говорят, нас населили, Люся, more than life itself. Вот Надя. Надя подобрала тоже, еще да, какие брюки. Принесла нам интересные брючки. Да, травянистые брючки, сочная трава. Я бы даже сказала, малахит такой, не травянистый, а вот такой темный малахит. Да? И ткань какая. Тоненькая ткань, лето, тоненькая. Вот такие нарядки. Нарядка, прям натуральная нарядка. Нахатка. Пояс, резинка. Yes. Зад, посмотрите. Сзади у нас идет стрелочка. И снизу ножка, посмотрите. Ой, как красиво и неожиданно. Вообще Люся, бесподобные посмотри. Брючки. Брючки с 56 по 64 размер. 3800. Если захотелось быть роскошницей. Да, есть карманы боковые. Расцветка, дизайн, ножка какая, бесподобная вообще. Это нарядка из нарядки. Угу. 3800 брюки. Не забываем ставить лайки. Девочки, пожалуйста, да, нажмите на три точечки, выплывет меню и палец вверх, нам пожалуйста, просто необходимы лайки, да, чтобы лайки, двигаться девочки, дальше. Это просто... Просто самое невероятное, что вы можете для нас делать в данный момент. Да, Вова у нас сегодня не очень. В смысле я не очень? Не очень, ну не очень. Я не слышу его голоса. А какой-то голос? Я не слышу его загадок. Я не слышу. Интересная, интересная женщина. Вот тебе хачет, взяла меня это. Да. И в прямом эфире как-то это... Как же как это сказать? Как-то это, да. Любя. Любя, ладно, мы с тобой потом поговорим после эфира. О, он хорошая. Мне угрожает. Вы мы представляете, он мне угрожает. Да. Давай. И... Вот жакет, трикотажный жакет. Это опять же большим размером до 68-го. Их три размера. 64, 66 и 68. Это трикотаж. Жакет без подклада. Посмотрите, какой роскошный. Какие подрезы. Дизайн, воротник, fabric, рукав, details. Паты. Наилегчайший. И цена жакета. Сейчас я вас обрадую. Ну, давай порадуемся вместе 4200. С Люси Даймонд. 4200. 4200. Посмотрите, какой красивый, роскошный воротник. Необычный у жакета. Воротник, Люся. Необычный. Вот, кстати, скажу, и жакет хорошая. У нас не прямой. Он к низу немного расширяется. Такой трапециевидный. Спинка жакета. Пуговки, дизайн, здесь какие подрезы, посмотрите, роскошный жакет 4200, три размера, 64, 66 и 68. Великолепно, Люся, великолепно. Вова как на меня смотрит, мне даже страшно стало. Ой, да ладно, она фантазерка, фантазирует. Блузка, стоит. Посмотрите, сова, любимая сова, сова в футболках, сова в блузках, очень модный принт, сова. Здесь сова, также блуз, сова. На блузке тоже сова. Сова, цветная блузка, посмотрите,
принтик поближе. Смотрим, девочки, здесь очень много разноцветных совят, да, на веточке сидящих. Так, вот у нас планочка. Декор у нас планочка, небольшой такой воланчик. Да. Рукавчик у нас спущенный, короткий. И есть еще пояс. К этой блузке есть пояс. Потому что блузка у нас удлиненная. Люсенька. Есть разрезики у блузочки. Люсенька, да, где ты находишься? Сейчас? Да. Я сейчас в нашем магазине, который находится в городе Орехово-Зуево, Московской области, торговый центр Морозовский. Это мы находимся в данный момент, а так у нас есть еще два магазина в городе Жуковский, в городе Коломна. Также есть интернет-магазин «Модная пышка». Мы «Модная пышка», женская одежда больших размеров. Магазин номер один в России, Люся. Слушай, бесподобный принт. Кто любит яркие вещи под любые брючки, особенно под красные брючки, вообще бесподобная блузка. Ничего не говори. Бесподобная, комфортная ткань, налегчайшая, дышащая. Размер 56, 58, 60. Так. Цена блузки... 2800. 2800. Какая доступная цена, Люся, потрясающе. Да вот, пожалуйста, смотрите, вот брючки зеленые. Вот посмотрите, так вот, да, под зеленые брюки, как смотрится роскошно. Великолепно. 2800 брюки и 3600, нет, 3600 брюки, 2800 рубашка. Лучше. Да, бесподобно. Вот еще, кстати, может, мне его надо было померить? Ну, ты смотри, сейчас вам покажу, сама, да, один жакет остался у нас. Если это голубая узкая-узкая полоска. Сейчас вам покажу этот жакет. Буквально мы показывали его, по-моему, один сезон назад. Так. У нас распродались и остался один размер. Это вот этот вот, который сейчас будешь показывать, один, да, остался? Да, 54-й. Да, покупаем, поторапливаемся. 54-й. Вот 54-й у нас огромное количество. Это вот летний жакет. Ой, Люся, а тебе идет этот цвет? Идет, а он всем как идет. Хорошо. Посмотрите, какая ткань, резинка, как все тянется. Рукав 3/4, жакет приталенный. Вообще, супер, Люся, супер. Бесподобный жакет. Штучка. Под джинсики одеть. Я еще бы одела, знаешь, под широкие наши, да, трубы, хорошо, джинсы. Вот этот жакет, вообще сочетание просто убойное, бомбическое. 54-й, он один остался. Здесь под у нас серый, под серые. Посмотрите, под широкие серые, да, брюки. Видно, Вов? Или вижу, мне подпрыгнут? Люсенька, вижу, моя хорошая. Конечно, видно. Вот все под хорошо такие видно. Серые джинсы. 5600. Так. Под любые голубые. 62-го. До 62-го. Вот такие наши знаменитые. Это наши базовые джинсы. Угу. Голубые, широкие джинсы. Джинсы-трубы с клепочками до 64-го 6200. Ой, стразики, и под такие джинсы вообще пошли. Тоже пошли стразики, хорошо, бесподобные. Девочки. Вот голубизна. Вообще, посмотрите, как классно это смотрится. Очень, Люся. Просто королева под сансета. Эти джинсы, вот эти все наши хбшки, которые мы сегодня джинсовки показывали, да, они будут вообще бесподобны во всех расцветках. В желтом, в белом, в мята, в розовом. Просто джинсовка, вообще бесподобные джинсы. Джинсы здесь, кстати, пояс на резинке. На серединочку, кулиска. Люся, пожалуйста, на серединочку, моя хорошая. И стразы, посмотрите, какие стразы, лампасы, стразы. Богатые джинсы. А давай просто мы их посмотрим, потому что стразы здесь, девочки, богатые, на самом деле прям вот стоят внимания. 6400 эти джинсы стоят. Ткань тонкая-тонкая, летняя, джинса. Так, Люся, новые футболочки, кстати, поступления свеженькие. Да, вот такой вот рейв интересный. Такая вот дискотека, девочки. Классно. Но, ты знаешь, джинсами. У меня прям это сюда вот фантазия была, эти кожаные желтые брюки с фиолетовыми ботинками. Ты меня хоть убей. Когда мы с тобой покупали, когда у тебя брали, была фантазия. Да, я прям фантазил, да, можно очень интересно сделать. Кожаные желтые брюки. Желтые, да, так, желтые. И фиолетовые ботинки тоже кожаные. И ну, летние, ботинки, понятное дело. Сейчас, да, посмотрите, какая футболка. Мы когда ее увидели, мы прям вау, мы чуть не упали. Пожалуйста, пишите адрес и телефон. Мишка какой здесь в стразах, да? Люсенька. Радужная полоска переходящей расцветки от красного, бледно-красного, даже кирпичного, лайма, синего. Здесь все стразы. Рукавчик,
ткань ХБшка, бесподобный рукав, кстати, не узкий, рукав широкий. Футболка у нас в едином размере до 60-го. Стоит футболка, Надя, сколько? 4200. 4200. Посмотрите, с любыми джинсами, как это выглядит роскошно. Так. Бесподобная футболка. Люся, давай еще раз покажем. Телефончик просит, телефончик. Так, значит, смотрите, адрес. Мы сейчас находимся в городе Орехово-Зуево, торговый центр Морозовский. Да. Какой этаж? Цокольный. Цокольный этаж. Мне цокольный просто это название этаж. Интересное, не могу запомнить. Цокольный этаж. Это вот сейчас мы здесь находимся, значит. А так у нас еще два магазина в городе Жуковский, в городе Коломна. Нет, давай уж точно сказать. Город давай, Жуковский. Люся. И? Это ярмарка на Театральный, павильон 174. Рабочее время с 10 до 6 вечера. В городе Коломна торговый центр «Глобус», третий этаж, модная пышка. Рабочее время с 10 до 8 вечера каждый день. Люся, как купить такие джинсы? Просто, вот сейчас позвоните по телефону. Ну-ка, телефончик, Люся, еще раз покажи. Наталья, напишите нам на WhatsApp 915-243-74-17. Да. Все тоже сейчас, девчонки, вам все привезли. И вы сможете оформить заказ. Причем джинсы с этой же футболкой. Возьмите, не прогадайте. Она в единичный, штучный вариант. Таких больше нет. Так, продолжаем наш эфир. Вот еще одна, уже беленькая футболка. В этом году что-то роскошно у нас все идет, белый цвет. Тоже новиночка, да, девочки. Тоже новиночка. Да. Опять, вот ближе, видно? Да, показывай, подходи, посмотрите, не стесняйся, какие здесь стразики, вот, какие вот. Камни. О, хорошо, когда. Расписная вот такая футболка. Да, мне нравится вот эта горловина, здесь. Это сеточка такая, красивая сеточка, все тянется, нигде не давит, горловина глубокая, не под самую шею, никого давить не будет. Не надо, сядет бесподобно футболка. Футболка у нас, ну, 56-58, 4-400, вот эта футболка. Вот такие две роскошные новые у нас поступления футболок. Я еще хотела купить наши любимые Ашки-брюки, нигде не могли найти, но все-таки я попытаюсь завтра найти под да, эти Люся, футболки. Искать надо, искать вот надо две футболки, роскошные футболки. 4-400. Одна светленькая, другая темненькая. 4-200 и 4-400, да. Извиняюсь. Супер дизайн и супер фабрик. Да. Ну а теперь опять мой любимый черный цвет. Потому что Люся у нас Lady in Black. Ну, классическая футболка. Классическая длина. Футболочка не короткая. Ткань обалденная, да. Приятная, мягкая, эластичная, комфортная. Горловина широкая, так. рукавчик спущен, и у нас вот такой кожаный принт. Ой, хорошо, Люся, кожаный нежно. Принт, лист, по-моему, это, забыл, как растение называется. А напишите в комментариях, девчонки, что за растение. Лидия пишет, девочки, извините, я только зашла, ничего страшного, спрашивайте вопросы. 2800 футболок у нас огромное количество, и белых, и черных, и классических, и базовых, и с принтами, и с накатами. Просто пишите, узнавайте. А лучше всего зайдите на сайт и посмотрите в раздел «Футболки». Монстера это. Монстера. Вот так. Правильно. Спасибо огромное. Лист Монстера. Смотри, девчонки все знают. Вообще. Конечно. Это класс. Мы все говорим, половина у нас все забывается. А кто-то говорит папоротник. Нет, не папоротник. Ну, это Монстера или Монстера. Так, скажите, есть 56-й размер джинсы бананами. Бананы 56-й есть. Ой, огромное количество. Очень большое и количество. И серых, девочки. И черных, и голубых. Огромное количество джинсов. Огромное. 56-х выбор просто огромный. Смотрите на нашем сайте «Модная пышка», девочки. Да, ну, там, Надя, там можешь... все представлено. И трубы, и бананы, и с бахромой. Ты сейчас показывать будешь, нет. Надь? Да. Сейчас посмотрите, мы покажем, еще какая здесь. Роскошная, веселая футболка, ромашки. Ой, как хорошо, ромашки. Давайте считать ромашки. Сколько здесь ромашек? 1, 2, 3. 9. 9. Люся, быстрее меня посчитала. Смотри, какая черная футболка и с яркими ромашками. Посмотрите, какой бесподобный принт. Хороший, вообще. Да. Длина футболки, разрезики.
Рукавчик, посмотрите, какой хороший рукавчик, широкий, не зауженный. Нет. Размер с 58 по 64. Цена этой футболки, ромашечки, 3000. Бананчики. Вот сейчас Надя вам покажет бананчики. Так, девочки, кто просил бананчики, серые, да? Поехали. Пожалуйста, вот такие бананы. Сейчас хотел показать. На серединочку, Люсенька. Я и так на серединочку. Да, хорошая. Какой стрейч в этой джинс, посмотрите. Да, тянется супер. Тянется бесподобно. Джинс, комплект, ремень входит. Так. Здесь вот такой у нас мишка бесподобный. Спасибо, видно? Если можно, покажите строгие бананы. Без всего строгие бананы? Я не знаю, Люся. Сейчас Надя глянет, все посмотрит. Строгие бананы. Ну вот у нас, вот они бананы, здесь ничего нету. Вот этот, если не хотите, вот этот. Бантик можно снять. Бантик снимается, вот. Ну, это уже это брюки идут, это не джинсы. Вот такие джинсы. Есть темно-синий цвет. Вот они, вот это. У тебя точно такой же есть темно-синий. Сколько стоит цвет. Вот это, Люсь? Вот эти. Вот эти бананы сидят вообще бесподобно. Вот эти джинсы. Еще есть темно-синий. 4800. 4800. Ничего здесь лишнего нет, совершенно. Вот этот у нас декоративный бантик вы можете просто снять. Так. Для заказа пишите на наш телефон. Нет, WhatsApp. У тебя вот такие же есть. 915-243-74-17. Нет, это не бананами. Нет, вот эти бананы. Всегда это пожалуйста. Более такие классические. Так, Люся, работаем дальше. Работаем. Моя хорошая. Эфир продолжается. Так, подожди, я сейчас сниму жакет. Так. 54. И что ты сделаешь? А, сейчас покажу рубашка. Рубашечка у нас тоже, кстати, одна она осталась. Вот еще, вот они, эти джинсы. Они как раз остались в 56 размере. Та же самая модель, только там были голубой цвет, а это вот темно-синий. Люсь, покажи, пожалуйста, еще раз номер. Заказывать буду, Лидия, только, пожалуйста, пишите строго на наш WhatsApp, потому что очень много мошенников. Вот, 915-243-74-17. Вот на этот телефон. Да, это Варехова Зоева. Да, 4, вот 700, они. 56. А вот эти 4800, голубые 4600, да, а эти темно-синие 4800. Вот так, посмотрите. Люсенька. Ничего лишнего. Вот строгие бананчики. Хорошо, спасибо. Супер, едем дальше. Сейчас покажу вам вот эту рубашку. Ой, это снова у нас роскошь бутиков, Люся. Да. Эко-кожа. Нет, да? Это не эко-кожа. Это катончик, это по джинсу. А, катончик. Остался один размер 56-58, 7400. Люся, откуда ты? Цвет Здравствуйте, мяса. Откуда вы? Мы в данный момент находимся в городе Орехово-Зуево. Мы здесь рядом. В данный момент мы в городе Орехово-Зуево. Также у нас есть магазин в городе Коломной, в городе Жуковском. Жуковский. Интернет-магазин «Модная пышка» mpxxl.ru. Заказы принимаем через WhatsApp. Правильно, Люсь? Да. Ну или на сайте, как вам да, более да. удобно. В данный момент только не пишите открытым текстом в Телеграме под нашими постами, то, что там днюют и ночуют мошенники. Они под нашим логотипом вам начинают продавать наши вещи. Пишите строго потому, на наши телефоны. Потому что уже многие телефоны. Попались. Да, мы вас всех предупреждаем. Все телефоны в описании. И на WhatsApp лично мне 8-925-855-55-34. Если нужно повторить Все. Телефон, говорите. Люсь, у тебя там сзади нельзя так делать. Да что же у меня немножечко некрасиво все получалось. Да, странно, то есть загадочная сегодня у нас. Вот эта рубашка, она у нас осталась в единственном размере. Очень 56-58. Сам тон рубашки, да, такой нежнейшая мята. Это ХБ под джинсовую рубашку. Не толстая. Нет. Она ткань тонкая. Это вот лето, летняя. Набросили на футболочки, как верхняя одежда, и вперед. Раз, два, три, раз, два, три. Какая Стоит же ты молодец. 7400. 7400. 7400. Сказала, премиум да? класса. 56-58, да. Здесь у нас пуговки металлические. Карманчики у нас рабочие. Рукавчик полная длина, ничего лишнего, классическая рубашка. Размер остался единый, 56-58.
8. Ой, великолепно, Люся. Как хорошо. Я пошла? Ну да, да, сходи. Так, девочки, если есть налево. Вопросы, пишите в комментарии. Направо, да. Так, направо, так. Ну ой, вот. Сейчас, подожди, еще одного этого колхозника мы заблокируем. Оп. Все, улетел. У нас сегодня какой-то, знаешь, у нас такая линейка пошла. Вначале мы показали всю джинсовку, да? Так. А сейчас мы, у нас показываем по единичным, что у нас осталось, по единичной штучке. Уже все продано. Вот такой блузон. Это 100% вискоза. Мелкий-мелкий цветочек. Ой, как хорошо, девочки. На не знаю, коричневый или прямо черный. Прямо цветочная полянка. Да? Вы посмотрите. Здесь у нас как крестьянка. Горный здесь Алтай. Резинка, рукавчик. Вот у нас вточной рукавчик. Здесь также манжетка. Снизу у нас идет круговая кулиска. Так, еще ткань просто воздушная. Просто воздушная ткань. Угу. К телу приятная. Остался один размер также, 56. У вас только 58. Большие размеры, Люсь? Только большие, только с большие. 54 до 72. Какие у вас параметры? У это меня? В смысле, у ведущей? Да, у какие? Меня маленький параметр, у меня 46 размер. Вот так вот. Так, работаем дальше, девочки. 6400. Вот это забирайте сразу, не прогадаете. На лето с белыми брюками. Натя, а можем мне белые брюки? Сейчас я вам покажу, как смотрится с белыми брюками. Давай, вот это блузон. Покажи нам, покажи. Кстати, брюки у нас также катон, белые, под джинсу, причем широкие брюки. Данке. Вот, посмотрите, вот такие широкие брюки, джинса идет. И вот такой блузон. Посмотрите. Ой, красота, Люся, какая роскошь. Написанная. Красота. Бесподобная. И брюки, кстати, 4400 до 66 размера. Посмотрите, брюки какие широкие, джинса. Выглядят вообще на все 45. Бесподобно. 4400 брюки и 5400 вот такая блузка. Очень хорошо, Люсенька, очень. И вот вам еще одна блузочка. Блузка 4800. Hello. Тоже у нас идет вискоска. Вот такая красивая расцветка. С брючками, как с белыми. Хорошо, Люся. Good. Тоже отлично. Голосую за. Надя, 10 из 10. Брючки убираем. Ткань у нас также идет вискоза. Принт красивый, да? Песочек. Кстати, а песочные брюки можно вот эти вот классические брюки, Надь? Вот посмотрите под песочные брюки, как смотрится. Хорошо, Люся. Под белый, под песочный, под черный, джинсы. Под джинсы. Вот эта блузка идет под все расцветки. Здесь принт такой, да? Универсальная. Да, штучка. Здесь есть черный. 768,70. А, брюки у нас, кстати, остались одни. Вот, девочки, пожалуйста, 68,70, 3,800. Хорошие брючки. 3,800, хлопок. 3,800 брюки. И цвет какой красивый, песочный. Блузка у нас с 56 по 64. Такое ощущение, что прям шелковистая. Принт какой красивый. Да, разрезы камешки по бокам. Рукавчик у нас какой широкий. Есть паты. Пожалуйста, рукавчик можно подсобрать. Вырез V-образный, как многим нравится. Такая блузка у нас стоит, сейчас я вам скажу. How much? 4800. 4800. 4800. 4800. Еще одна, смотрите, вискозная. Данке. Какая блузка, цветочный принт. Ой, прям как картина Мане. 4800. Какие расцветка. Оттенки. Расцветка, посмотрите. Знаешь, как будто мазки такие намазанные, да? Кстати, это шарики. Это вот. Шарики, Люся? Да. Неожиданно. Мы с тобой в прошлый раз спорили. Ты говорил, цветочки? Где это цветочки? Посмотри, ну, как а джинсы говоришь, тоже смотрят. Шарики хорошо смотрятся, Люся. Хорошо, вообще бесподобные. Нежно. Также 4800 блузка. Очень приятная блузочка. Да, сзади у нас спинка здесь. Кокетка. Да, там аккуратней. Кокетка и складочка. Рукавчик у нас также идет 3/4. Рукав у нас широкий. Паты. Вообще бесподобные блузки вообще. И вырез здесь V-образный, да, и здесь воротничок обрамленный такой стоечкой идет. Также до 64 размера. То есть на лето блузок огромное количество. Есть лен, есть вискоза, есть хлопок.
То есть, если вот сейчас Вова возьмет телефон и покажет вам круговой обзор, Люся, все не покажешь. Просто все не покажешь. Я тебя сейчас не буду толкать. Да, сейчас меня не рубашка надо забирайте. Последний размер рубашки забирайте. Так же, как мы в прошлый раз показывали, делали съемку, то, что у нас было в единичном размере, ушло сразу. Ой, вот хорошо. Ушло сразу. И сейчас, вот, представляете, прошла неделя, и как это быстро все расходится. Все разлетается. Один размер. Один. Сейчас я еще покажу вам один жакет роскошный. Мой любимый. О! Надя, покажи теперь сама. Я только успеваю, хочу закончить, а она все несет. Да, она сегодня прям неугомонная. Да, посмотрите, какие у нас рубашек, еще раз повторюсь, огромное количество. Пишите, белые, черные, цветные. Вот такая любые. Черная рубашка. Зеленая, вот посмотрите, какая красивая рубашка с нашим любимым кроликом, да. Есть о, красная рубашка, с есть синяя с молнией, вот эта золотой, Надь. Наш любимый, там последние два которая размера осталось. Которая в стиле Скиапарелли, да, там где-то сзади там да, висела. 58, 62, две их осталось. Самая последняя она висит, по-моему, да. Люся? Нет, вот еще одна Люся, футболочка нашла. Я в тебя влюблюся. Так, девочки, пишите, рубашку если надо что-то надо показать. Рубашку надо одевать мне, Надь. Кто хочет что-то ее надо увидеть, одеть, интересно. Рубашка. Еще посмотрите, пишите. Какая футболка. Ой, хорошо, Люся. Яркая футболка, да, кто любит яркие, насыщенные цвета, кто любит выделяться, угу. Да, индивидуальность, посмотрите, какая. Сочетание вот этого салатового цвета, черного цвета, да, и все-таки есть три полоски, которые да. Нас немного уводят в сторону спорт-шика. Да, такая в духе да. Adidas, да и даже как-то коллаборация Balenciaga. Adidas, да, почему да, нет? Да, да, почему вот нет? Вот похоже, девочки, похоже. Да, футболка 56-58, 4200. Так, Иннокентий у нас бежит. А можно ты сейчас что-нибудь покажешь, а я быстренько-быстренько ринусь и покажу вот эту рубашку на себе, как она смотрится. Покажи что-нибудь, сейчас я вам покажу. А, мне придется микрофон. Нет, микрофон ты не тереби, Люсенька. Микрофон не трогай, пусть он стоит на месте. Вот поверьте, поверьте мое слово, не зря они все моментально продались. Было несколько серий. Посмотрите, какая роскошная рубашка. Это ой, темно-синий какая. Цвет. Фурнитура о, золото. Вот эта кулиска, вот эти завязки золотые. Да, эмблема такого клубная. Жакета, да, клубный угу. Жакета. Рукав здесь широкий, три четверти. Есть паты, то есть рукавчик можно укоротить. Все пуговички золотые. Хлопок, тончайший хлопок. Остался два размера, 58 и 62, 6 800. Бесподобная рубашка, просто бесподобная. Давай, джемперочек, а в чем не показать? Так, у нас сейчас 136 человек нас смотрят. Девчонки, поставьте, пожалуйста, по одному лайку. Я вас так прошу, Люся, ну что происходит? Ну переверни, ну как это? Поставьте, пожалуйста, лайк. Что надо, как вообще ставятся лайки? Я сам только недавно узнал. Нажмите на три вот этих точечки, которые вы видите на экране. Откроется менюшка, и надо нажать вот этот палец вверх. Пожалуйста, девчонки, очень вас просим. Секунда вашего времени, а для нас невероятная помощь. До 76. Так. Тебе надо было джемпер одеть на себя. Ты девочки раз что-то одела. Перешептываются. Да, ну ты пока собой. Говоришь, мы тебе не мешаем. А я уже все сказала, вот такой хорошая. Джемпер. Так. Тоже рубрика «На яхте долго я каталась». Да, опять спинка у нас. Ну, заметь, тут уже спинка, полосочка. Там раздаются какие-то звуки. Да, да ужас пока какой-то. Мы тут говорим. Люся. Да, кто-то пьет воду, не угу. Дай нам, да. Мы только смотрим. Захлебываемся, стоим. Люсь, прекрати. Вот такой нежнейший джемпер. Качество премиум. Посмотрите, какой здесь принт. Подойди поближе, отдел, не стесняйся. Вот, хорошо, хорошо. Вообще, видим. Бесподобный принт. Были у нас до 70-го. 70-й у нас первый ушел, этот да. Джемпер. Сейчас до 66-го. С 56-го до 66-го. 7200. С любыми спортивными брюками. Кстати, с нашими, с белыми, со строчками брюками. Спортивный спортшик. Это будет вообще бесподобно. Лакшери джемпер. Да. Просто more than life itself. Так, ну я блузки останусь, да. Покажу мой так. Любимый жакет.
зелененький. Зеленый очень модный в этом сезоне, да. Девочки. А у Люси он еще такой не простой, а заводной. Так, да. 136 смотрит, а я 15-я. Кто поставил лайк? Девочки, не жадничайте. Да, не клацните жадничайте. На пальчик вверх. Оксана, спасибо большое за поддержку. Девочки, правда, давайте клацнем уже на эту кнопочку. Давайте на эту кнопочку. Давайте, да, лайк поставим. Ну что стоит, да, просто нажать, и все. Да, просто нажмите, и все, и забудьте. Вот до следующего раза. Смотрите, ладно, все, проехали. Закрылись. Чизе. Давай. Смотрите, жакет какой. Классный. Какой тон. Смотрите, сколько у нас сегодня зеленого. Каких только не было, да, тонов зеленого. До малахита. От салатового до малахита. И еще одна расцветка такой ранней-ранней травки, да. Посмотрите, какой роскошный жакет. Жакет на подкладе. Да, Люся. Здесь какая деталь. Посмотрите, вот так застегиваем. И здесь еще можно, можете снять вот эту деталь, если вам не нравится. Не надо оставить. Ты что, Люся, так если интересно. Если не нравится. Застегнули жакетик. Эту деталь также. Красивый жакет. Просто бесподобный. Представляете, какой с белыми брюками, с джинсами, с черными брюками, с широкими. Костюм будет просто великолепный. Кстати, а сколько стоит жакет? Он до 64 размера, до 64. Сейчас скажет мне. Так, девчонки, кто на Ютубе? 10 800. Ну, слушай, ну, жакетов мы не будем переходить. Они у тебя прямо, смотри, сбоку, смотри, какое количество жакетов. Я, конечно, понимаю, что ты все не покажешь. Но вот этот 10 800. Ты с кем разговариваешь, ты, Люся? Сама с собой. А-а-а. Посмотрите, какая роскошь. Какая роскошь! Бесподобный! Жакет такого качества, такой посадки вы нигде не найдете. Только у нас. Модные пышки. Только у нас. Уж сколько мы боролись, сколько мы искали. Наконец-то мы нашли производителя, который шьет просто великолепные жакеты. Они у нас от классического, от белого, черного, розового, красного, мультяшного, в полоску, зеленого, голубого, синего. У нас, ой, я вам столько сейчас могу жакетов, только руку протянуть, Надь, показать. Извини, Люсь, ты не знаешь, как поставить лайк ВКонтакте на трансляцию? Никто ничего не знает. Нет, я вообще, тоже... кто у нас работает по этому поводу-то, я не понимаю. Ой, Люсь, я просто трансляции никогда не смотрел во ВКонтакте. Нет, ты просишь, но ты сам не знаешь как. Нет, хорошо, я, значит, так скажу. Девчонки, кто на Ютубе? Вот Лена пишет, я уже клацнула. Спасибо огромное, Лена. Я говорю про то, как ставить лайки на Ютубе. Кто смотрит ВКонтакте, ну, ожидайтесь как-нибудь сами, потому что сейчас в данный момент я не смогу вам подсказать. А, девчонки, кто на Ютубе, пожалуйста, три точечки нажимаем, вылазит менюшка, палец вверх. Поставьте, пожалуйста, Люсенька. Палец вверх. Палец вверх. Прям, всё. Ну не жадничайте, пожалуйста. Не жадничайте, всё класните для... кнопочку. Я вам так, вот смотри, сбоку покажу. Это только малое количество того жакетов. Вот посмотрите, какие расцветки у нас есть. Еще есть черные, еще есть белые, еще есть другая клетка. Огромное Боже, количество Люся, жакетов. Же жакетов, посмотрите, какие жакеты роскошные. И ни в одном магазине вы не найдете такого количества. Ну, нигде не найдете. Посадка изумительная у жакетов. До 66 размера мы продавали. Все, вот кто у нас покупал, не нарадуется. Нигде никто не найдет жакет. Ну, никто. Только у нас. Так, там переводы какие-то идут нашему директору. Он вообще в курсе, да? Переводы я не знаю. Идут. Вы мне лучше еще что-нибудь 4600, дайте показать. По-моему. Еще что-нибудь дайте, дайте. Давайте быстрее. Я только вошла в раш. Вы так, решили Люся заканчивать, только но разгоняется. Но я... А вон у тебя, смотри, какая-то стрекозка интересная. А-а-а. Это было, нет? Стрекозка, кстати. Да, смотри, какая загадочная, задорная. Ой, хорошая. Просили, мы в прошлый раз показывали джемпер с птичками, с попугаями. Он у нас уже сразу продался. Вот сейчас еще один джемпер, посмотрите. Какой светлый, роскошный. Это все стразы. Поближе, Люсенька, это все стразы, поближе, стрекоза. Ой, как хорошо. Стрекоза. Здесь у нас на ножке. Ножка такая радужная, резиночка. Да. Горловина тянется. Рукавчик у нас спущенный. Манжет у нас также резиночка. Угу. Джемпера у нас остались в двух размерах. 56, 58, 60, 62. Цена джемпера.
Сейчас я вам скажу. Ой, какой красивый этот джемперок, прям вообще потрясающий. 5200, девочки, все удовольствие. Прям нарядка, роскошный джемпер. Ничего Стрекоза, не посмотрите, какая радужная, все расцветки пылают под любые цвета брюк. 5200 джемпер. Так, а куда ушли все, что ли? Меня бросили? Ну да, ты осталась тут одна. И тысяча глас, и я на тебя смотрю. Чего ты? Кто тебе еще ну нужен? Дайте Люся. Мне, дайте, я только разошлась. Дайте мне показать что-нибудь. А ты уже все показала, что хотела показать? Ну, то, что я хотела показать, я, в принципе, показала. Показала, и сарафан я показала. Ну, давайте вместе и думать гадать. Показала. Девочки, вы чего хотите посмотреть? Вот эту, дайте мне вот эту блузку, нарядку. Девчонки, пишите в чатик, что хотим увидеть. Все покажем, все расскажем. Люсь, только там надо это. Я сейчас А брюки есть? Дайте мне и фиолетовые брюки. Вот нарядка из нарядки, блузка. Кто хочет что увидеть? Пишите. Да. Почему? Там другие есть фиолетовые брюки. Люся! Вот такой блузон, роскошный, туничка. Угу. Ткань, нарядка. Вообще трейд сезона. Расцветка какая. И вот такие нарядка, брючки. Дорого-богато. Посмотрите, какой комплект. 6600 брюки с 54 по 66. И вот такая туника, прям роскошная туника премиум-класса, ткань вискоза, струящаяся вискоза. Она прям по телу скользит, этот блузон. Посмотрите, какой роскошный принт, фиолетовый терракот, вырез. 56 по 66 размер, 7800 блузон. Так. Вот и такой штанцы. И штанцы 6600. 6600, девочки. Это простые классические брюки. Смотрите, какой красивый баклажанчик. Даже не баклажан, вот чисто фиолетовый роскошный цвет. К низу брючина зауженная, к низу есть разрезики. Талия у нас на круговой резинке. Никаких замков, сидят брюки бесподобно. Посмотрите, как струится ткань. Да, это вот нарядка нарядки. 6600 брюки и 7800 блузки. Вот эти блузки мы уже, не знаю, сколько мы продали. Это у тебя какая идет партия? 15-я? Огромное количество блузок. Вот сегодня мы получили добавочные вот наши джинсовки, вот эти радужные до 70-го. Вот эти блузки мы получили. Угу. Да, и мы получили еще наши зеленые брючки, тонкий хлопок и под них рубашка. Олег, сними мне, пожалуйста, вот эту рубашку. Я еще раз этот комплект покажу. А пока снимает рубашку, Люся, давай напомним, что надо писать нам строго на наши WhatsApp-телефоны. Девочки, ни в коем случае не пишите ваши вопросы под постами и под видео, потому что к вам могут написать мошенники. Все наши телефоны, все адреса наших магазинов есть в описании под трансляциями, под видео и во всех постах. Мы модная пышка, магазин женской одежды больших размеров, не путайте с другими. С другими пышками. Мы логотип, красный кружок и белые буквы в кружке. Модная пышка. Модная пышка. Не путайте ни с какими пышками, только модная пышка. Модная пышка. Вот еще комплект. Вот я сейчас просто, вот у нас спинки показываю, сейчас покажу, и все упаду. Вау! Вау, Люся! Какая красота! Белая футболочка. Это тонкий-тонкий хлопок. Ткань роскошная. Просто роскошная ткань. Вот рубашка. Видите, как рубашка? Какие детали. Тоненькая-тоненькая. Длина рубашки. Да, и вот такие классические брючки. Брючки на резинке, имитация гульфика, да, снизу у нас манжетка. Бесподобный комплект, бесподобный, и вот с такой футболкой, вот с такой, таким принтом, еще черная футболка Надя показывала, сейчас и белая футболка, вот такая рубашка и брюки. Сколько же такая красота-то стоит, Люсенька? Так, ценники у меня все поснимали. Ну вот. Только мы все брюки уже начали слюнь стоят. Упускать, а она все забыла, все потеряла. Это все не то. Не я теряла. Интрига. Мне так дали. Странные люди, те как-то все выдают неправильно.
Так, брюки 6800. Так, брюки 6800 размеры. 6800 с 56 по 66. Так, жакетик. Футболка у нас 6200, это я точно помню. Это премиум штучка, да. Вот посмотрите, футболка какой премиум. Красота. 6200. Жакет, вернее, рубашка с 56 по 66 размер. Сейчас я вам озвучу 7400. Good. 7400. Комплект просто вау. Просто вау. Даже кто купил, напишите, чтобы все видели, скажите, даже крикните, да, чтобы все довольны. Кто уже, да, с удовольствием носит, пожалуйста, да, комплект. Пишите. Ну, плохого, мы не держим. Ну да, ребят, Люся любит, чтобы все было, да, красиво. Да, вот какую-то, знаешь, дешевку какую-то покупать, да, за нет, какие-то микроскопические цены, нет. Мне стыдно, стыдно. Только у качество. У нас все только качество. Качество, качество только и качество. Стиль. Я хочу, чтобы вы все были роскошны, все были довольны своей одеждой, чтобы вы вышли и понимали, что вы вау, вы роскошны, что чувствуете себя так вольготно. Все для вас. Но, в принципе, опять куда-то чего-то, что-то хочется мне показать. Вова, я только разошлась. Ну да, сейчас только 4 как раз у нас стукнет. Самый такой онлайн большой пойдет. Да, да, да. Что-то прям вот хочется показать. Все показали. Что хотели. Ну вы решайте. Что мы будем показывать еще? Или все-таки как-то на следующий раз так, перенесем наш сессион? Так, у нас такое огромное количество. Погода испортилась, вот под погоду надо показывать. Люся. А, кстати, сейчас дай мне вот... 10 градусов тепла. 10 градусов тепла. Так, я куда-то все вешать и вечерком даже будет минусок. Самое, что интересное, да минус 2. Да ладно, не пугай, Вов. Минус 2, минус 3, Люся обещают. Ну и что? Вот, поэтому Олег, надо немножко утеплиться, мне кажется, чуть-чуть. Вот, например, такую не великолепную знаю, кто кутёжку. Видел, не видел вот эту ветровочку. Девочки, новинка. Люся, как у тебя дела? Раз, два, три, раз, два, три. Как хорошо, какой стиль, какой details, какой фабрик. Вообще, Люся. Здесь рукав, да, здесь идет у нас сетка, нижний слой. Ой, как сверху хорошо. Сверху такой жеванный идет материал. Посмотрите, манжет, какой здесь резинка. Вообще, фурнитура какая. У нас подклада здесь вся идет сетка. Это прям тренд, да, этого года, тренд, сетка. Девочки. Бесподобно. Вот, посмотрите, здесь вот на сетке, и сверху такой идет, как бы, да, второй слой. Очень здесь кулиска, штучка. Здесь все у нас затягивается. Штучка просто нетривиальная, не банальная. Тракторная молния, мощная тракторная молния. Также здесь резинка. Вот так, все, Люся, как вопрос все тебе. А можно сделать эфир только с платьями? Может, платье? Мы платье в прошлый раз только показывали. Можно, а посмотрите, конечно, собрать. Посмотрите наши предыдущие эфиры. Ну, видео, давай я сейчас есть. Покажу платье. Ну, давай, Лю, ты вот закончи про эту куртёшку шикарную. Да, куртяшечка. Подскажите, пожалуйста, куртяшечка. Help. Куртяшка Versace до 58 размера. А, извините, она у меня снизу. Мескузи. Искузи. Мескузи. Так, сколько? Мескузи муа. 7400. 7400, девочки, вот сейчас по вашему запросу, это у нас ВКонтакте спрашивают, будет платье, красивые новые, давай, платье, Люся, новиночки, да фреш. Нет, мы в прошлый раз, позапрошлый, мы Олег только на одни платья скажите, показывали. Олег, скажите, где у нас новинки платьев? Что происходит? Чего происходит? На мои запросы никто не отвечает, я не знаю, Люся, меня игнорируют. Меня не уважают, не респектуют. Я не поняла, ты сейчас что, в мой адрес? Нет, я говорю, где платья новые, новые, фреш. Ну вот тебе новые платья, мы все показываем фреш. Новые платья. Так, девочки, кто вот платье просил, пожалуйста. Вот роскошное платье. Платье-рубашка. Расцветка только такая. Красивая. Ткань, как ее называют, Сингапур. Это вискоза. Ой, посмотрите, хорошо. Все детали. Силуэт А. Такой, а, да, клешоны к низу, есть боковые карманы, платье до 70 размера, с 56 до 70, цена платья 7800. Это одно платье. Еще одно платье, посмотрите, вот такое роскошное платье. Я даже не знаю, как его показать вам. Ну, как-нибудь аккуратно.
Вот такой, тоже до 70-го платья. Снизу у нас баллончиком платье. Ткань тоненькая-тоненькая. Это синий тон и бирюзовая тонкая-тонкая полоска. Вот такие у нас рукавчики, плечики, да? Широкий рукав, короткий. До 70-го размера это платье. До 70-го. Цена это платье 9. Так, 9 тысяч. А цветные не будете показывать? О, ну ты говори сама. Это как раз сейчас на так, погоду, значит, на у нас похолодание. Погодка испортилась да. Немножко, девочки. Вот Надя рубашка вам представляет, да, из-за какой же шикарную рубашечку, стильную. А, микрофон, говорит, у меня. Да, Люся, я не знаю, да, что ты там такая застеснялась, стильная рубашка, она мягкая-мягкая рубашка, да, на трикотажной основе, как кожа, да, это не дермантин. Пуговки какие черные в тон, тоже обтянуты. Очень да, красиво кожи, смотришься, да? Классно смотрится. Они вот еще расцветка, толстовку. Да, еще сиреневая есть расцветка. Так, лиловая, девочки. Так, сейчас я вам покажу лиловую, пожалуйста. Вот, две расцветки у нас. Да, красота тоже. Лилово вообще смотрится просто кому супер. Кому какая нравится, да. Сколько стоит она у нас? 9400. С 56 по 66, но уточняйте размеры, потому что продано же, не висят у нас все сериями, но 9400. Так, Люсенька, значит, история с платьями не раскрыта. Ну почему? Я просто не могу бегать. Они показывают. Смотрите, платья какие расцветки. Да. Эти платья стоят у нас, сейчас скажу, 4200 платья. 4200 и 4800. Посмотрите, платье до 70-го размера. До 70-го. Какие-то идут у нас с 56-го по 64-й, а какие-то с 60-го по 70-й размер. Вот эти платья, роскошные платья, это вискоза. 100% вискоза. Рукавчик у нас хороший, длинный. Смотрите, расцветки какие, да? 4200 платья. Платье, 4200. О, сейчас Надя нам кардиганчик покажет, еще один. На погодку. Это на мой рост надо показывать. Давай я покажу. Да. Вот сейчас самое оно, 10 градусов, Люся. Я сейчас покажу это. Вот эту ветровочку у меня возьмите. А про нее ты все сказала? Роскошная ветровка. Забирайте, она в единственном размере. До 58-го. Так, вот этот кардиган, да, красный, насыщенный красный цвет. Оверсайз до 62 размера. Цену я не вижу. Сейчас тебе скажу. Вопрос к Люсе. Привет, милая. Что происходит? Одеваемся, раздеваемся. Что смотрите, происходит? Какой роскошный кардиган. Ой, красиво, Люся, вообще. Стильно, молодежно. 9400. Современно, класс. 9400, девочки. Забирайте, он в единственном размере. Единственный, до 62-го, оверсайз. Здесь есть пояс. Тебе прям но я бы пояс вообще не использовала. Не люблю подпоясываться. Я люблю, чтобы свободно было, чтобы как балахоном болталось. Это, мой штучка. Стиль. Какие размеры, еще раз, это красная, Люсь? Оверсайз. Он в едином размере до 62-го. Тут и 52-й, 54-й, 56-й, 58-й, 60-й, до 62-го размера. И цена? 9400. 9400. Роскошная штучка, роскошная. Супер штучка, Люся. Ну, что-то Надя хочет показать. Так. Жилетка. Как раз сейчас на погоду. Самое похолодал, но у нас еще и осень будет. И зима тоже и будет. И цена хорошая. Да. 3600. Оно единый размер остался? Один? Да, по-моему. Какой размер? 56-58. Остался один размер. 56-58. 3800 жилет. 3600. Я все время хочу прибавить. Ну, Я ничего не уменьшаю. Люся. Я все прибавляю. Я молодец, в тебя влюблюсь. Да, слушай, потом мне вот этот не хочется прям. Отдавать, да? Да. Надо, ну, мы начали с платьями, и вы пошли дальше. 4200, вот такие до 70-го. Вот жилеты, да? Стёганки жилет 4200 до 70-го. Удлиненный жилет.
удлиненный, да, 4200 до 70. Good. Платье огромное количество. Я не знаю, заходите на сайт, посмотрите, роскошно. А сайт у нас называется «Модная пышка» или mpxxl.ru. Вот еще посмотрите, какое платье. Легкое платье, хлопок, цвет красивый, роскошный цвет, фуксия. Тонкое-тонкое платье, вообще на легчайшее, на самую жару. Красивый, посмотрите, как у нас рукавчик, какой красивый. Бесподобно. С 56 по 64 размер это платье стоит 5400. 5400. И длина хорошая у этого платья, не длинная. Вообще, кроссовочки, босоножки можно на самую жару и вперед. А где-то у нас было такое широкое платье в стиле боха, такого синего цвета. Я, кстати, его смотрела. Люсенька, а у нас снова вопрос, где это? В данный момент отвечай. Мы находимся в магазине «Модная пышка», город Орехово-Зуево, торговый центр «Морозовский». А вас я его не вижу, вы его не видите. Сейчас девчонки вам покажут телефон. Телефон, Люси, покажи, где мы находимся. Орехово-Зуево, торговый центр «Морозовский», магазин «Модная пышка». Также у нас есть... Так боксером ходит, показывает. Да, Люся, туда-сюда, туда-сюда, моя хорошая, такая молодец. Нет, лучше пусковить. Также у нас есть еще два магазина в городе Жуковский, город Коломна, девочки, и интернет-магазин «Модная пышка» mpxxl.ru. Заказы принимаем по WhatsApp. Сейчас еще вам покажу одно стильное платье. Вот, в однотоне. Цветастых очень много. Вот такое красивое платье. Посмотрите, роскошное платье в стиле боха, да? Многоярусная, и расцветка красивая, коралловая, и длина, опять же, хлопок и эластан. Сядет платье великолепно на любой тип фигуры, здесь ткань тянется, она тянется, дышит. Но это у тебя премиум, да, пошел? Да, премиум, это девочки. вырез какой здесь красивый, пуговки. Вот здесь платье свободное, роскошное, на жару вообще бесподобно, не прилегает платье, да, все кругом проветрится. В носке очень приятное и комфортное платье, бесподобное. Оно до 66 размера, до 66 платье стоит 9600. 9600. Так, ну по платьям мы, наверное, уже... Нет, да? Продолжаем. Вот еще платье. Хлопок и лен. Надпись там «Крин де ля крин», Люся. Лучший из лучших. Посмотрите, какое то же самое. Модель почти одинаковая. Стиль боха, роскошное платье. Здесь, скорее всего, знаете, похожая ткань идет как марлевка. Вот мягкая. Здесь у нас идет состав хлопок и лен. Широкий рукавчик на резинке. Опять же у нас сборочка. Опять же у нас завязочка. Все это стильно. Опять же у нас есть боковые карманчики, длина. И вот такая еще у нас есть надпись. Да, «Крин де ля крин». Да. До 64 размера платье. Расцветка очень красивая. 7600 это платье стоит. Великолепно, 7... Люся. А к тебе снова 7... вопрос прилетит. Люсенька, да, вопросец. Олег. Кардиган красный, ткань какого качества? Качество вот такое. Супер качество. Так, и манжет. Это трикотаж двухниткой. Не тонкий. Он, если вы думаете о том, что он вытянется, растянется, нет. Это двухнитка. Не слишком плотная, но и не тонкая. И манжет поподробнее. Так, это как, Люся, поподробнее? Давай манжет. Я поближе ткань покажем. Давай. Сделаем красиво. Вот так, ты мне скажи, на каком расстоянии. Ну, вот у нас это был запрос с ютубца. Вот посмотрите. Вот. Вот она двухнитка, давай изнутри покажем. Вот трикотаж какой. Видим. Видите? Вроде как, да. Это не вытягивается, то есть у нас на вешалке, вот он висит, не вытягивается. Трикотаж да, хороший. Отличный, стильный кардиган. Просто стильный, да? Опять же, спортшик. Очень крутой. На любые Люсь, времена. Очень крутой. Вообще, он крутой. Вот именно крутой. Да, да? Такой. Бесподобный. Все ну, расцветки чего? Были. Все расцветки были. На серединку, Люся, не стесняйся. Закончились. Вот. Красных у нас было огромное количество. У нас было 3 штуки красных. 2 продано, 1 остался. Так, здравствуйте.
Всем здравствуйте. Размеры, спасибо. Вот какие, еще, кстати, платье черное. Какие у нас размеры в магазине, Люся? С 54 по 70 это точно. Да. Это точно. Если вы первый раз, я рассказываю, что у нас три магазина в городе Орехово-Зуево, в городе Жуковский, в городе Коломна. Сколько стоит? И также есть интернет-магазин «Модная пышка» mpxxl.ru. Заказы принимаем по WhatsApp. Люся. Да, я в тебя влюблюсь. А потом женюсь. Вот такое, смотрите, роскошное платье, черное, вот с таким, да, кардиганом. Люся, как всегда, вау. Наши любимые цветочки, да, в этом году очень модно. Объемные цветы, объемные, да, розы, ну, какие хотите цветы. Вот у нас еще блузка висит с огромным цветком, красивая одна. Люся, тебе комплимент сказали. Да, я не слышу, я говорю о своем. Люся, как всегда, вау. Да. И вот, конечно, мое, вот я про эту блузку говорю. Так. А-ля морячка вот с таким объемным цветком. Одна у нас осталась, размер 52-54, 6200. Это ткань хлопок, платье хлопок. Рукав у нас широкий, рукав точной, рукав три четверти. Украшения вот такие, три цветка. Ну и опять же мой черный цвет. Это классическое платье. Силуэт у нас идет, по-моему, чуть-чуть у нас к низу идет трапеция. Карманы, сейчас проверю, подожди. Карманы боковые есть. Рабочие. С 56 по 62, 8600. Вот кто любит черный, черный это мой цвет. Это черный. Это красивое платье, очень красивое. 8600. Ну давайте еще чем-нибудь по платью, давайте покажем. Пока у нас есть еще время. У нас есть время, Вова? Люся, у нас время есть всегда. А комментатор, супруг Люси, а с какой целью вы интересуетесь? Да, с какой целью вы... Что-то глубоко копаете, да. Глубоко, глубоко. Как бы сказать, кто? Кто, Люся? Это будет наш с тобой маленький секрет. Да, это... Надь, ну дайте мне какое еще платье, раз просят платье. Так. Девочки, мы пока еще никуда не уходим, вы не переживайте. Мы еще здесь. Люся решила прогуляться туда-сюда. Вот она тоже что-то такое интересное выискивает. Да что ты все выискиваешь? Что-то она вот такое смотри, там сколько хочет у нас найти. Нашли мне еще одно платье. Смотрите, как, какие роскошные цвета у нас рубашка вообще. Бесподобная. Это еще мы не успели все показать. Огромное количество всего. Вообще 4600? Да. Вот еще одно платье, посмотрите, 4600, вообще невесомое, да, такое ощущение, ну не знаю, грамм 100, наверное, платье это весит, да. Тут сочетание двух тканей, то есть рукав у нас идет трикотаж, да, а здесь у нас это все вискоза. Посмотрите, какой роскошный принт. И снизу платье у нас отделано, здесь шифончик идет. Производство, понизу, спрашивает Люси платье. Россия, девочки. Ребята, это все наши платья. Россия, 4600, с 56 по 64 размер. Вот посмотрите, платье роскошное, сразу говорю. Я видела, как женщина примеряла такое платье. Смотрится великолепно. И что мне нравится в этом платье, это рукавчик. Трикотажный рукав всегда приятно. И всегда удобно. Рукав короткий. Это лето летнее. 4600. Еще одно, покажите мне одно какое-нибудь платье. 4600 тоже. Ну, тоже не может. Нет. Вот еще одно платье. То же самое. 4600. Такое же сочетание идет. Трикотажный рукав. Вискоза. И по низу у нас тоже такое идет обрамление. Тоже шифончик. Двойной шифончик. Тоже 4600, но расцветка черно-белая и длина платья покороче. Если то более длинное платье, то это покороче, чуть ниже колена получается. Тоже 4600 до 64 размера. Россия не уступает Турции, пишет. Нет, конечно. У нас вот эти все платья, которые я сейчас вам показала, это все наши, все российские. Одно я вам платье показала турецкое, это черное вот с тремя цветками, это было турецкое. Остальные все наши платья. Наши роскошно шьют. Особенно вот эти премиальные платья, вот сколько мы работаем с этой фирмой, вообще бесподобные. Да, которые премиум вообще. Вот еще. Ой, вот это платье, оно черное, да. Ну, как оно сидит.
как оно сидит, это платье. Это ткань Сингапур. Это вот такая вот небольшая как бы сжаточка, да? Вот такой рукавчик у нас, регланчик идет. Боковые карманы и пояс. Вот такой красивый пояс. Платье сидит просто бесподобно. Оно с 56 по 64 размер. Платье стоит 5800. Роскошное платье, V-образный вырез. Длина платья, вот смотрите, бесподобное платье вообще, роскошное. Ничего сюда красивый аксессуар, сюда красивый вот этот цветок красного цвета. Купить брошку, и будет вообще нарядка из нарядки. Как интересно. Цветок, да, вот еще брошка. Одно платье. Вискоза, опять же вискоза. Не длинное платье. Наше любимое Монпасье. Обожаю. Расцветка. Расцветка вот этих маленьких кругляшечек. И мы обожаем. У нас был выбор выбрать цветочный принт, либо вот такие, как мы называем, Монпасье, камушки. Смотрится бесподобно. По фигуре посадить платье. Здесь у нас идет отрезное, сборка. Есть карманы боковые, есть пояс и длина платья. Вот посмотрите платье. На мой рост 1,64 м. Не длинное. Кто любит недлинные платья? С 56 по 62 размер цена 7. Девчонки, спасибо за лайки. Все, я вот смотрю, это лайки все натуралочка, никакой синтетики. Все летние платья, все натуральные, никакой синтетики. 200. Вот еще вот такое платье, да? Баллончик такой. Как ты говоришь, баллончик? Баллончик, бананчик. А-а-а. С молнией. Хоть знать-то, что это расцветка, такое. Расцветка, знаете, такая бирюза, приглушенная бирюза с сероватым оттенком, да? Но это такое более спортивное платье. Угу. С молнией, есть пояс с 56 по 62 размер. Длина этого платья, это уже, конечно, по длине, по щиколотку будет это платье. Цена платья 6200. Мы прям утопаем под конец вот, платья, плюсы ну с тобой. И платье, и вот в начале то, что может кто-то позже к нам присоединился, вот такой есть сарафан. Ой, сколько лайков там ВКонтакте полетело. Вот смотрите, какой сарафан. Спасибо, 5200. Девочки, 5200. Любую футболку подберите, мы сами подобрали футболку. Вот такой роскошный сарафан до 62 размера. Цвет мятный. А, еще вот это вот зеленое платье. Вот, Надь, покажи мне, пожалуйста, вот такое. Сейчас вам еще вообще бесподобное платье. Африканские мотивы покажу. Вау, это просто вау. Вау, Люся, давай. И... Посмотрите, какое платье роскошное. Это платье-рубашка. Это все вискоза. Расцветки, какая расцветка. Африканский стиль, да, принт. Есть пояс на пуговках. Боковые карманы. Рукав, рукав три четверти, рукав, пожалуйста, есть паты, эффектно, можно подсобрать. Эффектно, Люсь. Платье просто бесподобное. 7800 это платье. И ткань какая, можно принт? Так, видно принт? Вот. Ага, видим, Люся, видим. Видно принт, да? Да, я пытаюсь, у нас подписчица придумывала рифмы для модной пышки, никак не вспомню ни одну. Да? Да, чтобы быть в центре. Это платье-рубашка. Вот платье-рубашка с поясом. Посмотрите, и это еще не все платья. Чтобы их, быть в центре вспышки, одевайтесь в модной пышке. Что это такое было? В центре вспышки? Вспышки, да. Одевайтесь фотографы в модной пышке. Фотографы тебе накидать сразу. Ну я могу сказать, знаете, такой чего? Высокомерностью, даже с гордостью. Я горжусь своим магазином. Ой, Люся, мы тоже все тобой гордимся. Я горжусь моделями, которые мы отбираем. Вы знаете, какая кропотливая работа? Это не просто так приехать и все скопом взять. Это надо выбрать то, что нравится. Не просто так. То есть уже узнать фирмы, узнать их посадку, узнать ткани. Многие, знаете, которые мы, да, дешево стоит все, но когда начинается уже ткань трогать, извините, это стекло. Стекло предлагать уже моветон, это уже не то. Ткань хочется натуралка, натуралка, естественно, не может стоить дешево, но не может. Опять же посадка, опять же отшив, отстрочки. Все, подборка идет. У меня уже понесло на производство. Мотивы, но я хочу сказать, что я рада, что мы получаем обратную связь, отклики, благодарность.
Я рада, что вы довольны тем, что вы покупаете такой роскошный товар, и благодарны за это, и носите, и радуетесь. Все для вас, ребята, все для вас. Но я думаю, уже все. На сегодня уже мой этот словесный запас уже закончился. Я уже устала, 2 часа оттарабанила. Мне даже воды никто не предложил. Кошмар какой-то, Люсенька. Да. Ужас какой-то. А где никто? Все менеджеры? Да, почему никто не следит? Дорогие друзья, за нашей актрисой, моделью, певицей. Пожалуйста, ставьте лайки. Девчонки, они пожалуйста, нам вот так необходимы. Ставьте лайки. Все для вас. И спасибо вам всем за обратную связь. А то, что вы не молчите, пишете, отвечаете, радуетесь. Благодарю вас всех. Но сегодня эфир. Все, мы закончили. Все, что могли, мы вам показали. Я напоминаю, что все эфиры у нас остаются в записи. Вы можете потом посмотреть все сначала. Мы магазин «Модная пышка», женская одежда больших размеров. Номер один в России. Отправляем по всей стране почте «Лиздек». У нас 3 магазина «Жуковский город», «Орехово-Зуевая колонна», интернет-магазин «Модная пышка» или mpxxl.ru. Девчонки, всем спасибо. До новых встреч. Пока.